Как убрать кашу? Кашу в голове, а не в целом кашу. Каша в голове – это когда у тебя вроде бы куча дел и задач, но приду посплю. С понедельника начну худеть! А во вторник такие, да ну его нахер это. Так, надо бегать 10 километров. Это канал SJBody, меня зовут Спартак, мне 43, я блогер-миллионник, и у меня для тебя есть два упражнения, которые я сам делаю каждый день, и они мне неплохо помогают. Но перед этим я тебе хочу сказать, что любые кардинальные изменения не работают. Ну, типа, вот с понедельника худею и ем только грудку. Нет, понемножку. Итак, первое, что будет самым лучшим для меня в течение дня? Вот утром ты просыпаешься такой, так, вот что было бы классно, чтобы я сделал сегодня? Причем размер этих задач не важен. С вечера записываешь. Так, завтра с утра я должен проснуться, умыться, выпить чашечку чая, ну, перекусить, сгонять на работу, вернуться, чуть-чуть книжки, 5 минут дуолинга и, может быть, полсерии любимого сериала. Хватит. И второе. День прошел, и ты сверяешь, насколько твои ожидания оправдались. Проснулся? Молодец, позавтракал, вау, на работу сходил. Красавчик. Все галочками отметил и поставил задачу на следующий день. Все.